Йоу, здрасте, я добро пожаловать на продолжение вчерашнего. Вчера мы копали без камеры. Сегодня с... вся разница с потоком 13. Хотя нет, нет, вчера еще была красная ночь. Да. А, это, наверное, основная разница. Так-то красная ночь уже не скоро. И в подарках к этой красной ночи было найдено сокровище. Сейчас я возьму лопату. Отвратительно деревянную, но лопату. Выпью немного кофе, чтобы взбодриться. И начну копать. Что-то тяжело копается. Может быть, здесь попроще будет? Тут все такое тяжелое, а как же это мне копать? Мир. Ничего мне тебе сказать, мир. Может быть, кирочки надо копать? О-о-о. То есть в пустоши. Земля — это не земля. Это камни. Глубоко. А это уже земля, кстати. Блин, тяжело. Кто мог подумать, что Тейлор так крепко закопает свои сокровища. Никто не бежит? Было бы неплохо, чтобы можно было выйти, а не как в прошлый раз. Хотя в прошлый раз вообще-то неплохо было. Так-то. Чё-то мы больше не приближаемся к сокровищам. Блин, ну тут радиус немножко... Ну да ладно, поехали тогда сюда купать вообще. Хеллоу? Хеллоу? Ну вроде... Чё принёс? Спасибо. Дабл, спасибо. Так, они его оба, да? Они что, вышли из своей той локации, чтобы подраться, что ли? Неблагоразумно. Так, типа, а кто-то из них принес или это то? Ага, это то. О, попал! Перепутал кнопки, но все равно попал, как? Что-то у них слишком много их. Что-то их слишком много, они. Сокровища. О, hello. Блин, успел. Стукнуть. Хотя он у нас типа под еду есть место. Пирога запилим, будет тема. Ну вообще без какого-то, да, этого самого, куда хочешь, туда и ведет. Странно. Так, а там вроде, может быть, моргать синее должно, когда ближе подходишь. Как-то так.
Не, ну закопал нормально, Тейлор, нормально. Нормально закопал, никаких проблем. Только вопрос в том, что. Что-то копаю, а есть ли в этом смысл, мы узнаем только в конце. А еще, может быть, придется ломать ту штуку. Есть какой-то шанс, что я не туда? Ну, наверное, это в этом слое должно быть. В том, это уж как-то слишком тяжело. Правильно ведь? Да, а еще надо пойти, будет, наверное, копать в шахту. Но, блин, проблемка. Если мы также будем копать, это большая проблемка. Железяку добывать. Блин, обычно сокровище как-то быстрее находило, здесь прям. Я, видимо, не с того конца начал. О, хеллоу. Понимаю. Так, не, ну там есть, но никаких но. О, здравствуйте, сундучки. Как у вас дела? Так, ну что, давайте-ка мы, наверное, возьмем этих штук. Возьмем одну и остальное уже ручками. Блин, я реально с одного конца в другой выкопал. Я неправильно лопатой копал. У меня была лопата такая, а я не тот, как. Ошибка. Надеюсь, попал по ней. По ней. Так, ну, Тейлор, рассказывай. Ага. Ну, я на эти самые рассчитывал. Блин, ну кильт. Ладно, поехали продавать то, что есть. Вот. Покупать ли стоит это самое? Ну, сталь. В смысле, сталь это самое. Ну, кирку, да. На остальную кирку надо. Блин, только я уже забыл, сколько там не хватало. Мишка. Ку-ку. Так, а что я пошел лутать? О, это надо было бы. Йоу. Так, ну что, поехали продаваться. Так, вот это, нет. Это вот тот. Вот. Блин, ну вообще-то очень далеко. А мне вообще-то совершенно не обязательно у него продаваться. Ах ты, птичка. Нормально пошло. Я ведь и у того могу. О, там был все-таки airdrop, а я думаю, мне уже послышать. Она не отстанет, да? Юкатить можно? Шу-шу. Пока она не может укусить.
укусить не может, а отстать не хочет. Ну, блин, я могу, конечно, остановиться, но зачем? А еще больше, зачем это я забыл отметить? Зачем я забыл отметить торговца? О, нет, я заехал в эту дырку. О, нет. О, нет, а как мне выехать отсюда? О, нет. Надеюсь, это выходит. Это большая ошибка. Надо закапывать дырки, блин. Ой, тут не хватит места развернуться. Ну ладно, развернулись кое-как. Пошел, пошел. Давай. Тащи. Нет, птичка, не до тебя сейчас. Не до тебя. Да пошла ты нахрен, птичка. Какой же тебе конец сейчас, птичка? Вот сволочь-то ты какая. Долбаные птички. Так, стоп, а сколько у нас до него-то? Да что же ты будешь делать? Ну поехали, а чё, нет? Мы всё-таки не пешком туда идем. Да, и вам привет. Ты что, почти на краю мира? Блин, это уже почти на краю мира. О, нет, это мы все в итоге узнаем. До того, как построим крутое транспортное средство. Забаговал. И в чем тогда смысл строить крутое транспортное средство? Но насколько я понял, это я выбирал самый большой вариант мира, да? Вот. Но мы как будто бы его уже весь это самое разведаем, пока дособираем соточку. Плюс еще там дособирать дособираем, а что еще нужно, кроме соточки, я еще не смотрел. Там всякое может быть. Какой же ты пес! Отвратительные птички. Но сами вот эти красные ночи, они меня не сильно интересовали. Во всяком случае, на этот ран мне было интересно, скажем так, заняться тем, на чем, из-за чего я в прошлый раз закончил. А именно соточкой транспортных средств. Вот мразь. И что, ты под водой будешь кусаться? Ну это невероятно. Ах ты ж. Ну вот мразь. В машине нельзя это делать, да? Не, ну давайте. А, вот торговец. Блин, так я его сейчас отмечу. Т3. Может быть, мы ему что-нибудь допродадим сходу? Это ж тир-3? Это не тир-3? Где я, блин? Это не тир-3, да? Это какая-то точка. Нет, это мне не надо.
А, там же написано какой-то там форт. А можно убрать ее? Ладно, будем надеяться, что ее убрал я. Скрыть можно, а убрать нельзя. А может, можно, но надо разбираться. О, вот это нормальный аирдроп. Это приятно. Не зря прокатились аж сюда. Я думаю, раз мы прокатились аж сюда, надо сюда терпелить. Поехали по квесту. Нам просто отсюда на восток, да? Вот так, более, вот так более-менее. Прям тут так как-то стоит одиноко, мне прям очень хочется. Ошибка. Я подумал, чем дальше от города, тем больше в нем лута, но это, видимо, не так работает. Так, ну, придется на мостик, чтобы долбанные птички, и вдруг что? Нас не застали врасплох. Вот, ну и отсюда уже практически вот так. Так, а это что за домик? С флагом. Трейтер Джо? А, ну-ка давай сюда, трейтер. Это новый тир. Мы же его до этого еще не открывали. Перегрузом не кайф бегать, но блин, надо, что делать? You can get some extra oomph out of your armor by adding a few simple modifications. We sell them right here. Ага, я понял. Howdy, survivor. Здорово. Так, мачете. Не уверен я по поводу мачете. Ну и продавать пока не особо хочется. Что там надо на мачете? Refunds? Oh, you won't be needing one. Trust me. Так, он там что-то пошутил, и я пропустил по классике. Так, что это такое? А соответствующий хим получается. Это я ему только что продал. Так, электрик. Рабочие станции. Мастер на все руки. Инструмент переработки. Оленей достаточно много. Оленя на 10 уронов. Ага. Арбалет. Да. Oh, thank you. Во что уходит инструменты переработки? Для чего нужны они? О, наковальня у нас почти открылась.
Так, мастер на все руки отсюда. А, вот, сокровища с руки. Гайковерт. Да. А, стоп, сокровища с свалки. Looking to armor up and face the wasteland head on? А, ну да. Б, один только. Стоп, экстракт стоит столько же, сколько сами эти, нифига себе. Или даже больше, как это? А, может быть, с него больше, чем один. Это логично. Так, и что у него есть? Кроме этого. Бетономешалка у него есть. И унитаз. Ну, в принципе, две самые нужные вещи по хозяйству. Угу. Remember, Trader Joel's, if you need armor. Угу. Так, гвоздомет. Наковальня. Рабочая станция. Ну, о, наковальня. Теперь мы можем ее делать. Наковальня. Можно установить в кузницу. Стоп, а у нас уже есть. Блин. Или у нас меха есть? Почему она в этом, в этот список не входит, эта наковальня? Может, она тут? Как-то странно здесь организовано. А, может быть, оно не обновилось? Нет, но все равно не здесь. А, ну, наверное, на станке, типа. Угу. Блин, 13к, короче, надо копить. Так, то тогда надо полутаться, раз мы уже к нему пришли. Наверняка что-нибудь хорошее будет припрятано в самом неожиданном месте. Например, в бизике. Что? Ну, не самое хорошее. Ну ладно, возьмем. О, нет, он сейчас закроет. А, нет, еще не закроет. А что тут так темнеет рано? А у него, может быть, в самом этом самом надо что-то... О! We've got armor and just about everything in here. What can I get you? Armor? Clothing. I got jobs too, if you're a little light in the pockets. Понять, как изготовить быстро наведение, точность, на любое... Да. Нормальная тема. Че, это весь лут, который здесь? Че-то, что мы ее не нашли, я ожидал это как бы четвертого уровня, всякие приколюхи, но... А, кибы, кстати, надо. Ой, правильно, мы ж не можем.
Так, вот это ошибочка, дорогуш. Если я тебя сейчас найду, а я тебя найду. А, они еще там с кем-то и дерутся. Попался. Тигель, пожалуйста. А это не тигель. Хоть похоже. Так, попробуем мы эти наконечники продать и сваливаем отсюда. Тигель мы не нашли. If money's a little tight, our armor is known throughout the land. Thank you very much. Remember, Trader Joel's is where you got Audi, partner. Come back soon. We restock. Trader Joel's is your one-stop shop for all things armor. Now, I know you're gonna need some armor, so you should reconsider. Блин, ночью придется копать. Не круто, сбегутся. Плюс еще может быть там выкопать и очистить. Не, стоп. Какое у нас задание? Принести. А, ну правильно. Ну, может быть, там просто принести, я не принести, а очистить. Тогда все в порядке будет. Было бы неплохо сегодня тоже не задерживаться. Вчера вообще так нормально получилось. Немного меньше, чем планировал, но, тем не менее, лучше так, чем наоборот. Так, медведик, ну что ж. Блин. С прицельных, с двух, а не с прицельных. С четырех, интересно. Что там такое красивенько фиолетовенькое отображалось? Где это было? А. Да блин, да что такое? Обычная птичка. А, это же с большими. Я такой, что за беда? Блин, а мы здесь тоже не были. Какой тут уровень? Третий. Ай, блин. А, не, можно проехать. Все, я думал, ошибка была допущена. Но это никаких ошибок. Что, гадючка тоже с большой головой? А, это курица.
Помедленнее. Хорошо. Ох, так, ну что, ну давай. Вот, хорош. Там типа одно очко есть, но одно куда это распределить одно? Блин, у них все песни как-то одинаковые. Не, ну я, конечно, посниму, но... Интересное место для домика. Так, ну что, поехали по классике. Сначала заходим. Потом выходим и снова заходим. О, я знаю, надо зачилиться. Правильно, поехали. Шлеп, шлеп. Вот это. Кайф. Как мы узнали, бумажки нам тоже надо. О! О! Ого, там ящик. Это мне его ломать надо будет сейчас? Ящик этот. А, открыто. Ого! Ничего себе тут локация. Ой-ой-ой, это мы сейчас как шлепнемся. Не надо шлепаться. Ничего себе локация какая. А, тут по канату можно было спуститься. Блин, это как в контроле там. Чё себе локация какая? Больше Fallout даже чем-то. А, у нас же одна есть.
Если сильные удары не используете, вы почти отрекинулись. Так, с этим, с остальным у нас вообще будет идеально. Ого, их там бежит. Так, а на чем у нас на этом, ага? И пошли ломать всех. О, так можно было, блин. Танцор. Что за события? Сначала, ну ладно. Так, ну допустим. Каменное копье. Блин, опять огромная какая-то локация, и шанс того, что я пропустил какой-то лут, они же колоссальные просто. А что это такое? Так, ну это выход. А выход это не выход. Нам сначала надо залутать самый главный лут. Который там, судя по всему. Что тут интересно? Плюс добыч. Да надо знать, что с собой монеты надо носить.
Я такого не сдал. Ой, извините. Так, ну что, водичка можно запить? Жареное мясо. Не, ладно, без обид. Картошка, кстати, в сыром виде. Есть не будем уже. Туда ломаем блок. Монеток. Так. Ну, тут хотя бы они на стене, а не как обычно. Что, никто не падает? Ого. Никто не падает. Теперь еще не закончится, вот пес. Там на толку, судя по всему. Пригодится, действительно. Не, нажимать я на эту кнопку не стану. Им там есть чем заняться, чем мне им обламывать. Пускай развлекаются то с своими развлечениями. Так, я не понял. Ага, вот он. Поехали. Подождите-ка. А, понимаю. Главное не пропустить, когда они там справятся. Бля, хороший трек.
Это легкая? Легкая. Прикольно. Прикольно, но оно не влазит. А, блин, я как это я умудрился это выбросить? Серьезно, из всего я выбросил именно это? Что там, как успехи? О, хорошо. Ну все, поехали разгружаться и снова заходить. Лут определенно неплохой. А как мне вылезти отсюда? А, стоп, там же кнопка какая-то была. Может быть, это не та кнопка, которая эти двери открывает? Может, это какой-то другой выход? Блин, а какой тут может быть выход? Нифига себе, с такой... вот это паркур. И это еще не полный паркур. Зачет. Блин, хорош. Я думал уже все, ГГ, но нет. То, а как же... Куда эта дорога-то? А, это типа дорога на поверхность. Типа мне надо покопай. Поделать копай-копай. Поехали. Я тебе могу. Это этим копай-копай. Да, поехали. О-о-о. Так, надо чекнуть, может быть, там что-то попроще есть, а то прям аптеку тратить на это неохота. Не, ну полный брать нет смысла, оно лучше застакать там потом. Так, ну вот эти между собой по плану застакаются. Пирожочек съедаем. Не понял, она заресетилась и убрала мои камни, что ли? О, нет, а я так, может быть, типа выйду? Не, ну ладно, не выйду. Где-то тут оно было, да? Не сказать, что я сильно разгрузился. Ну ладно.
Так. Сколько тут? 5К? 21К. Не, а лучше я тогда задуманным. Фига себе, 21К ломать это навсегда. Блин, забыл. Сейчас надо. Так, ну что, значит, если мы обходим все вокруг и находим там лут, то все, что еще объяснять? Ничего не надо объяснять, поехали. Только вопрос, может быть, что-то сюда определить. Бумажки, чек. Талой вер, например, мне кажется, лишним. На пару монет. Больше уже хорошо. Так, все, поехали, короче. Вот мы были, не были перегружены, мы снова перегружены. Потом мы опять не перегружены, потом опять перегружены. Ну чё ты так, игра? Ну чё ты? Ой, ножки тяжело. А, ну все, мы на потрос. Ну все так, нормально. Тридцать восемь сюда. Блин, 38. Хо. Ого, как ты сюда попал? Какой?
Может быть, вы не сильны в кулачном бою, зато разбираетесь в технике. Его можно установить на землю с помощью дополнительного действия. Ремонтируют с помощью... Допустим. В сравнении с предыдущим лутом это зачет. С предыдущим лутом в этом ящике. Так, ну очевидно, наш лут тоже на этом уровне. Квестовый. Что-то неохота с вами играть. Там вроде как это еще еда была, но где она? Нет, спасибо, сразу же иди гуляй. Давай, давай, чел. 22, 21. А, тут 15 почему-то. То есть в люке больше хп, чем в этом. Здорово, сумочка. Все. Так, что там сверху, я уже забыл. Поехали, поглядим. Ой. Ага, точно. Это что за звуки там? Кто это там? Что это происходит? Что это такое?
какой интересный выбрал стил за игру. Сам. Разобраться со своей дверью. Стоп, а там я дверь не открыл сейчас. Что-то я не понял, что там сверху было. Тут есть что-нибудь. Босс. Босс качалки. Потому что чем-то напоминает этого, какой там червь был в Darksiders первом. Вот это вот что-то такое напоминает. Его не видно, но видно его присутствием. Чего это ты не хочешь здесь остановиться? Хотя бы так. Ха, они еще что-то забаговались, пошли куда-то не туда. Ну что, сейчас все поломаем, будем смотреть, что в чем. То, что уже фул, но это мы даже без основного лута. Это, кстати, сходу можно. Достойно. Блин, и ничего не хочется. О, стоп, я сейчас эти потрачу. Да ну, блин. Да ну, блин, ты серьезно? Офигеть. Ха-ха-ха, я их там оставил. А вот это я сразу использую. А вот эту сетку я не мог бы сейчас во что-нибудь надеть. Два из двух. Два из двух.
Не смог бы. 88 84. Ну, поехали. Эх, все, кубики сюда, сюда. Так, шо? Что здесь? Охотничье ружье. 58 59 27. Поймаем. Так, с этим разобрались. А, вот этот еще судок. Блин, и что, мне и клей выбрасывать? Блин, какие-то там части важные. Ах ты ж. Бррр, ошибка, ошибка. Надо было вообще все. Блин. Ладно, булыжники без обид. Ну, нормально подлутались, а следует отметить. Крепко. Хорошо тут. Так. Так. Let's go. Лопата я наготове. И ножка прошла, кстати. А, мы уже забыл. Нормально, мы уже тут раскопали как раз. Так, и вот и она открылась. Блин, идеально. Или вон. Вон. Кто это поломал здесь? Как это туда не упало? А что произошло? Я помню, там был какой-то гул. Я сваливаю. Вряд ли. Сервис. Танцует, танцует. Нет уж. Койоти.
Нет, Кайоти, не на этом. Мы это видели? Нет. Блин, ну это очень надо посетить. Очень надо посетить. Но походу мы уже проиграли. Нет, я могу. Но мы не выиграли и не проиграли, скажем так. Нифига себе. А я думаю, что это я не заметил, а потому что здесь некоторые препятствия. Влево, налево, 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 нет! Ах ты ж. Я не шифтанул. А, потому что у меня мышь управляет. Я понял. Тащи, чел, ну чё ты? А, он вообще заглох. Придется копать, видимо. Что он не может. Копать деревянной лопатой. Простительно. Что-то я как будто не туда копаю. Его равнять надо, я что-то глубже и дальше, и дальше. Нифига себе, это тут такая, такой угол. Конечно, он не мог заехать, ничего себе. Не уверен, что сейчас сможет, но пробуем. Я тут точно что-то выкопал, а то оно как будто хуже, чем здесь. Давай, давай, чел, давай, тащи. Ну чел, ну я же копал. Нам надо хотя бы до этого доехать, чтобы дома позориться. Давай. Ну вот, хороший уплей. Правильно, правильно, просто надо прочувствовать. Надо почувствовать, как лопата шла. Она же не шла прямо, она шла вот так. Очень идеальная работа проделана была. Но надо чувствовать лопату, что я могу сказать. Так, а ну-ка. Буду же я с ним оставлять наедине свой мотоцикл. Howdy, how are you today? Здорово, чё? Well, hot dog. Let's shoot out the lights. А, у меня же нет места ща. А, место появилось. Итак, двухкратный прицел, кайф. Модификатор индивидуального соединения. Аптечка. Патроны, 50 штук. Слиток стали. Конечно, сталь. Даже если продавать, это все равно самый дорогой. Сот метров. I think I've got. You must be double backbone to take butter my transmission.
I might have some more of those in the back room if you're interested. Bless my gears and graces. Нормально. Нормально, в скобочках 1000. Мы даже не близко. Скорость атаки топорами на 5%. Ну, а здесь имеется в виду не только там атаки, но и любое действие. Типа. Топорами. Энди. Энди. Это мы вам продадим. You can't beat that with a stick. Хорошая мысль, чел. Сейчас надо заправить это все. Хоп. Ага. Шлеп. Шлеп, шлеп. Шлеп. Блин, придется домой ехать. Что-то тяжело лутаться. Хотя у нас там что? У нас просто найти закопанное. Не, закопанное мы найдем. Поехали. А что если? Копьё. Хрен попадёшь-то. Здорово. Хрен попадёшь. А по поводу огненного у нас этот самый молоточек выполняет функцию копья. Так вот. Так вот молоточек. Ой, блин, это жаба опять летит. Ну давай, давай, лети сюда, жаба. Здравствуйте, спасибо. Блин, а это что за байда?
транспорт, внедорожные фары. А, XP. Блин. Ты же насколько. Блин, приятно. О, тихо. Блин, книжки, кайф. Кстати, там по транспортным средствам есть что? Прогресс некоторые есть. В скобочках 38 из 100. Что-то я думал, там побольше прогресс есть. Ой, блин. Ну ладно, ну в общем, мотоцикл-то уже недалеко. Это не может не радовать. Вот, мотоцикл через 7, если что. Нет, 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 потому что так, и куда это нас занесло? Учится ли? Кстати, блин, там только что упал наш персонажик с высокой высоты, и ничего, потому что паркур. Так что паркур — это хороший, даже не на максимальном, пока не как бы. Ну это как с этой палкой, да, она же в принципе ту же самую функцию выполняет. Опа. И куда-то мы пришли вообще? Что это за место такое? Да, это друзья, наверное, да? А, не дробовика, приятно. Hello? Вот. Пнёт. Пошел пинать. Так, это еще не все, да? Не все. Могу так. А куда это мы попали? Ну и че, и нормальная тема. Сейчас бы пропустили бы такую локацию интересненькую, симпатичную. А, это типа шахта какая-то. Любители. Старого скадир. Любители по головам большими. Это жезл. Это жезл, на котором натянуто кольцо. Вот это кольцо. На вот этом жезле есть что? Это именно поэтому такая магия. Как оно? Фу, все в порядке. Значит, выкопал сокровище, там хрень была полная, сделал квест, шлепнулся пару раз, квест в очень неожиданном месте, но самое неожиданное с тем квестом было даже не то, что место, а то, что происходило, когда мы там были. Там, короче, сверху, на той локации, есть другая локация. Спасибо за другая локация над той локацией. И между той локацией и той локацией, где мы были, то есть локация на и локация под, и вот между ними там какой-то был движ, который начал ломать ту локацию, которой мы были внизу. И самое главное, что он чуть было не сломал ту локацию, которая наверху. И чуть было, что наш мотоцикл не упал на ту локацию, которая внизу. Вот, поэтому это было незабываемо. Такие дела. И все, и, в принципе, мы тот квестик сдали, приехали сюда, не доехали до нового квестика, попали в какую-то шахту. Пытаемся здесь разобраться и так далее и тому подобное.
Блин, придется, да? А, мне вот это надо было, ошибка. Ладно, а лишним не будет. Чё? Мы проголодались? Легко. А, и у нас еще есть механический... А, он в мотоцикле. Ну, дойдем до мотоцикла, покажу. Есть механический теперь этот самый. Я боюсь сказать, что оно такое. Не уверен. Но, в общем, надо показать. Зачем мне говорить, если можно показать, правильно? Так, это типа у нас тут администратор. О, здрасте. Бля, они прям не могут пролезть из-за своих больших голов. Хех. Ой, ой. Опа-на, сейф. Блин, приятная схема, кстати. Ну что, сейф теперь. А, да, кстати, нашел в том луте, которого мы вчера остановились, нашелся в нем 100 самых слит. 100. Так что будет и лопата, будет и кирка, будет и кофе с чаем, все будет, все сейчас жестко насобирать. Так, как где? Пошел, ломай, ломай. Ну, мы, кстати, с под кофеком оно даже не проседает, но так быстрее, конечно. Спасибо. Стукай его, давай. Стукай его полностью. Итак, Бивербокс принес нам... Как всегда. Но иногда бывает хорошие штучки. Но не сказать, что слишком часто. Блин, что-то мне дальше не хочется идти, потому что у меня такое ощущение, что мы придем туда, откуда, типа, изначально надо было бы в эту локацию попасть. И это, мне кажется, был основной лут, вот, поэтому здесь мы, наверное, еще бэкнем. По шахтам этим ходить. Что это? Этот самый, что ли? Как его там? Скорим. Уходим. Да, и, короче, если что, там сейчас есть какая-то игра в Стиме. Я думал ее попробовать, но там надо было читать условия, и я такой, блин, нет. Но она, типа, на 3 дня бесплатная, на выходные. Вот, и я такой, блин, а может быть зайти, там, какая-то там, это самое, то... Но это же надо читать условия использовать, как можно их принять, не читая? Ну и все, как бы, поэтому... Вышли мы из этой идеи. Ой, чё ли, не кусайте. Так, а вот вопрос, а как мы сейчас, какая игра? Блин, хороший вопрос. Я ведь не знаю ее название. Сейчас, а как мне? А, вот так я могу, сейчас. Бам. О, называется она. А, это куда убежала? Только что она была. Мифы империи. Нет, миф империи. Myth of Empires называется. Что-то там бегаешь. Что-то там коняшки. Написано Open World Warcraft Sandbox Building. Ну то есть. Ах ты шаба, ты долбанная! Где она? Смотрите, на него большой клюв. Фу, оставь это себе. Пёс. Кстати, надо было бы застакать. Конан Эксайлс. Я понял. Ну, Эксайлс, конечно, хорошая когда-то. Поэтому сейчас я уже хз. Ну, Конан, конечно, крепко. Блин, в каком Китае? В...
Где это? Это же древние Греции, да? Древний Рим? Судя по галерам, вроде Греция. Но намек на ПВПЕ ИШ такое вот, ну что-то там. Бляха-муха, это сколько нам сейчас ехать? Мы вообще сейчас в другую сторону. Блин, а может быть нам в тот город ты забытый уже запылиться? Понятненько. Это что, руины? Это что, Лара Крофт сейчас пойдет? Что тут все начинают кричать сразу же на нас? Ну не кричите. Дум. Нифига себе, это что за звук только что был? Да блин, да кто? О, нет! О, нет, тут они у всех красные глаза еще. Ссадину накинул. Сволочь-то какой. Смотрел сегодня поток по гладению морских свинок. Пони. И еще чему-то там. Вообще просто прекрасно. Я думаю, чего я не пускаю потоки по гладению пони? Еще что-то там. Я же хотел подводный поток. Ну, типа, берешь с собой какую-нибудь камеру, которая может работать по Wi-Fi. Подключаешь ее там каким-то мудреным способом. Куда мы идем вообще? Что это за локация-то такая? Это похоже на Chain Together, только один. И в обратную сторону. Я так ощущаю, мы здесь ни хрена не найдем, да? Это просто такой кек. Типа, ха, смотрите, у нас есть такой ассет. Или я просто не поднялся до конца? Не знаю. Что-то не... Неохота. Будем считать, что там ничего нет. Еще раз. Да, точно ничего нет. Все, поехали. Ох, ему прям не терпелось. Смотрите, как он. Мы испытываем жажду. Да что? А, вот, вот эта штука. Да, ну теперь такое. Блин, хочется есть, хочется пить, все хочется. Это мы из-за того, что в пустыне нам так плохо. Че это так? Че это так? Ну, попить я могу, а что поесть, непонятно. Там было 200 метров, если что, до отметки верхнего углу экрана. Сейчас уже 450. 400, 500 уже. И мы все еще едем не в правильную сторону. Что это за каньон-то такой? С него вообще реально выбраться? Мы ждем. А, все, проехали. Вот мы уже выбираемся. Кстати, может быть в этой музыке что-то. Да пошел ты, пес! Еще бы сейчас сломал бы мне это самое. Не, ничего нет. О нет! О нет! Ловушка! Ловушка! А, хорошо, что он пошел танцевать. Да блин, я все еще на мышке управляю, я думаю, что ему не это самое. Ого, а это что там за дом? Селебрити. Может быть, у них еда есть какая-то? Нифига себе там домик. Блин, ошибка была затормозить. И что там, тоже надо онлайн эти самые внутриигровые транзакции проводить?
Это, наверное, основная причина, почему я... Стоп, а это... Не торговец, случайно? Нет. Блин, я забыл продать этот самый... Ладно. Потом продадим. Что-то оно слишком... Стоп, сломали одну. Все еще может получиться. Ну или нет. Не все? Нет, я еще не все. Космос. Я вообще-то за едой пришел, дайте поесть. Странное место для отеля, если это он. Зато если кто-то из них сейчас полетит, ой, как же они хорошо полетят. Это нехорошо. Ладно, ладно, может быть сейчас. Он вообще не полетел. Не стукай. О, пошел. Нормально пошел. Железный кости. Спасибо большое. Второй топор. Первый топор. Поздравляю, топор. Повышение у вас. Будете желтым топором. Строительный блок. Он там работал. Кто? Может, там уже никого не было. А, он просто упал. А, нет, это другой. Газировка испортилась? Вы серьезно? Такое может быть? С ней же просто газики могли выйти, все. Еда сюда. Дайте еще поесть. Ну дайте поесть. Джезл, кстати, нормальная тема. Может быть, мы когда-нибудь до него дойдем. Будет кайф. Ох, блин, это такой магазин. Что это? Блин, а то те все вынимают, то не те. А почему? Потому что они стакаются постоянно почему-то. Ладно, будем искать. Картошка один из одного. Прекрасно. Кто на выход? Ой, нет. Вот это. Ссадины. Машемся. Прекрасно. Дайте пожрать.
X фокус. Фокус-фокус. Такс. Блин, что-то есть, да и нет вообще. Это какого рода магазин? О, сэндвич со срамом. Сюда. Как давно я тебя искал. Сэндвич. А может быть это поесть? Это можно есть? Все. Серьезно, я где-то тут тряпки лутаю? Не-не-не, тряпки. Вы ошиблись. Так, а мы уже main loot находили? По-моему, нет. Надо поискать main loot. Типа нам туда, да, надо? Та-та-та, готовимся. Тут... Кто-то уже хрюкает. А, это не причина. Я думал, это будет этот самый. Другой чел. Ага, это мейн лутовая, а туда что? Тут просто немного вонючего мусора, как я люблю. Бля, ну надо сгонять мотоцикл, потом вернуться сюда долутаться, потому что... Ну как иначе? Так, а где это мы? А где мотоцикл? Бля, эту штуку можно было бы сломать на самом деле. А, стоп, я же не залутал, не скинул лишнее. Ну вот, чуточек. Качественный номер подъехал. Блин, все влезло, ничего себе. Даже бумажки эти, я подумал, что не влезет. А, это все? Как будто где-то сейф был, я его не нашел, так что... Let's go. А, блин, мы же еще не выкопали. О, место есть. Полно для копания. Ай, блин. Да блин, да блин, да блин. О нет. О нет. О нет. А как же мне...
Он сейчас скажет, что нужно с... Как же мне закрыть эту долбанную? Ладно, поехали, мы сломаем ее быстрее будет. Да, мы нормально ломаем. Чё, блин, я думал, это уже ГГ, а это вообще не ГГ ни разу. Это ж не близко. Так, ты что, турист потревоженный? Ах, ты ж. Давай, давай, иди сюда. Блин, 600 метров. Come back, friend. Спасибо, friend. Так, нам бы обратно в нее не упасть. Ну так вроде не упадем. Пока что. На обратном пути, естественно, я уже забуду, и можно будет снова падать туда. По классике. Что, такое бензинчик закончился? Долбанная птица тогда заразила заразой. С него вообще 800 опыта. Почему тогда было 800 опыта? Ошибка. А, это я ж. Это не курочка. Жух. Так, приехали. Уф. В прошлый раз я выкопал все вокруг. Надеюсь, в этот раз мы по-нормальному покопаем. Дробленый песок? Пускай стакается тогда. А чё у меня одна картошка всего? Да как ты успеваешь? Ты жаба, ты долбанная. А, как же вы спали? Ну как она успела? Немного странный какой-то круг, он. Я не совсем понимаю, на каком уровне мне копать надо. Что, по сравнению с тем, это уже сколько? 5 блоков вниз.
Блин, еще и ногу могут спизать. Ладно, давайте-ка мы его так сделаем. Вот ты. Также и копал в прошлый раз. Хотя он там вроде типа моргать должен по-разному, да? Типа вот уже он. Да не, он вроде одинаково моргает. Проблема в том, что в этом всем мусоре сейчас, если я уже его нашел. А, но я его еще не нашел. Да ёшки. Толкаешь мой велосипед. Песик. Песик, не надо. Ждем. Ах ты, блин, они там блин успели. Я не хочу на него аптечку одну оставшуюся тратить. О, вот это мое почтение. Ладно, картошка, сорян, без обид. Придется тебе пойти. Стоп, там же было наверняка и кожа, да? Ага. Ладно, одну пружинку пока выкинем. Придется две. Да, блин. Пружинка, вернись. Так, ну что, кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет? Кто? Кто? Слушай, пружинка, ну так тебе придется идти, что? Что вариант? Блин, я уже вокруг копал. И это все было неправильно. Хотя нет, стоп, почему неправильно? Вроде же правильно, мы же приближаемся все еще. А? Правильно? Сами сюда и бегут, давайте. Хотя нет, стоп, а вдруг там очень много. По сторону большей части круга. Поехали.
не стукай. Так, большая часть круга в эту сторону, поехали. Так, ну-ка. Блин, не полетело, я думал. Запустим. Не слишком ли я глубоко копаю? Поехали вот туда, остановимся. Стоп, а вон же написано, типа, 2 метра, 0,7, 0,6, это не оно. Ай! Фига себе, я только сейчас нашел. Так, ладно, это выбрасываем. А что еще выбрасывать-то? Тут уже как бы больше нечего выбрасывать. 205. 100. Не для продажи, пока. Но у меня-то есть. Блин. Ружья. До свидания. Итак, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Но этого я бы тоже хотел взять. 61. 50. Сланец. Сланец я, наверное, потом насобираю сам. Возможно. Нифига себе. Ого! На грани. Ку-ку. Давай-ка. Пошел. Спасибо, что заглянул. Хорошо. Отдыха. Так, а мы поехали квестовать через 3 часа. А зачем я шифтую? И да, думаю, сдадим квест. И поедем делать инструмент. А, это просто свет. Я думал, это лазерная какая-то пушка там. Oh!
Зачем он мне надо? Я, может, дома его вообще ставлю? Чего я его вожу с собой? Место занимаю. Так, а это что за байда? А, это и есть сланец. А сколько этого с одного удара добывается? 7. А, блин, что-то у нас дом, блин, далековато от этого места. Может, прямо сейчас поехать? Че, до часа ждать? Хотя, а что такое 3 часа? Да, можно пока разобраться, что там по крафту и шмафту. Так, начнем. Конечно же, мы делаем. Ого, то есть на следующем уже 4 уровень. Качество. Блин. Конечно, я механически бы хотел. На механические как будто бы не скоро. Мир инструмент. А зачем я покупал мастер на все руки, если у меня уже это есть? Мне не нужен мастер на все руки. Мне нравится сокровище с палки. И мир инструментов. Для добычи, для переработки. Да, ремонтные не нужны. Так, это мне вообще не надо. Клинки неинтересно. Дубинки. Стальная. Кувалды тоже. Так, композитная машечки. То есть у нас, по сути, топовый лук. Ну да. Каменное копье. Это нам неинтересно. Пистолеты. Мэгнум. Пистолеты, кстати, нормальная тема. Дроки. Фига себе. Он в 4 открывается здесь? Ого. Приятно. Я думал, мне сейчас надо будет его, блин, до 6 ждать. Продать ли ему одежду спортсмена? Я думаю, что да. Потому что тут дурацкий бонус с этого. И потребление воды и еды будет снижено. Что это такое? Здорово, чел. Давайте-ка я вам напродаю. Понимаем. Well, now you can strut sitting down. Good job. Check these out. Продаем, продаем, продаем. Ну, это я не буду пока продавать, но практически продаем. Улучшаюсь управляемость при себе, складной приклад. Но это, я думаю, надо выучить. Что ты не хочешь купить его? Купи его. Рандом. Понимаем. Понимаем. Так, ну что ж, одежда спортсмена отправляется на продажу. Надо вот сюда, наверное, класть то, что надо продавать, чтобы не запутаться. Вот. Роботизированная дробовика ни в коем случае. Пистолет, естественно, оставляем. Вот это можем продать. Все остальное вроде нормальная тема. Ain't bragging if you done it. Here's your pay. You want vehicles or parts? Come back. I knew I could count on you. Here you go. Естественно, естественно.
какая-нибудь работенка принести, принести просто, давай. You look like you can handle yourself in a scrap. Баллы уровня плюс 3. Well, you're as worthless as... I've got jobs, you got time, until you take a job. You need some money? Well, you're as worthless as teeth. You look like you can keep your gun saddle oiled and your gun greased. And you're looking to motor around. Так, что он продает здесь? У нас только 2К по-прежнему, мы никуда не это. Электроловушки, мирвинтовок, ба-ба-ба-ба-ба. Ага. Короче, в общем, ничего интересного для нас пока нет. Надо аптеку. 800! Ой, в смысле, 648! Может быть, у него ягоды продают? О, черника. Во, лучше мы так купим. Да, я интересуюсь, но в какой бэкрум? Куда это? А, я думаю, это он так просто ляпнул. Надо домой, короче, чесать. Хотя, можно было бы заехать к другому торговцу. Ой, блин, а тут вообще-то принести, зачистить прям по дороге. Прям по дороге к трейдеру Джен. Деревянная дубина, идеально. А что-то нормально будет? Охотничает не надо. Инструменты для добычи, стальные инструменты качество 3. Сюда. А вот это нормальная тема. Мы же сейчас как раз их и едем делать. Сделаем лопату, сделаем как она называется, эта хрень? Блин, тут слишком близко и хорошо. Да, наверное, надо этот квестик сделать, потом уже свалить. А хотя нет, это же надолго зато тянется. Не, пока не будем это делать. Да. Поедем к Джен. Она как раз вон там. И поедем делать инструмент. Что у Джен надо ягоды купить. Блин, 17% этого самого. А у меня, по-моему, дома нет топлива. Чем мы дальше заправлять будем, придется идти потом лутаться. Птичка. Пошла нахрен, птичка. Главное не шифтовать, тогда все четко будет. Будет кек, если он уже открылся, а мы к ней приезжаем, а она еще несколько. 2,5 часа спустя. Вот и заправимся немного. Чего себе? Ну это на продажу скорее. А, блин, ладно. Так, а коробка с мусором у нее не обновилась? Чем? Нет. Ягодок здесь нет. А у вас ягодки есть? Hey there. Are you Привет. Looking for medical supplies or just here to check out my other wares? Other wares? Так, а где ягодки? А, стоп, у нее же вроде бы была книжка по меду.
фермерство. Узнать, как семена, такая то. На умельца улучшается ремонтных инструментов. А вот как раз таки ремонтных мне вроде и не надо. Инструмент в переработке. Вот это, по-моему, мне надо. Инструмент переработки. Да. Да. I'm sure I have something you'll need. Так, а что я продать вот это хотел? Ага. А по-моему, я уже это учил. Вроде как. Хотя, учитывая стоимость, может быть, и не учил. А, блин, ну запара то, что у нее нету ягодок. Где эти ягодки найду по дороге? Я хз. Что у нее как будто поменялся ассортимент. Теперь того этого за 13к нет. Thanks for the business. Да, stay safe out there. Да, и книжка-то у нее тоже была. Теперь книжки нет. Б. Блин, серьезно, то, что я не прочитал ту долбанную книжку, я никогда мёд не найду. Кто же знал? Хотя я в прошлый раз её тоже не читал. Нормально, вопрос. Блин, может быть, я где-нибудь тут найду? Ягодки. За 33 я даже ее брать не буду. Так остается там лежать. Ха, дерево зареспаунилось, конечно, интересно. Знаешь, правильно, да, правильно. Блин, а может у того чела ягоды какие есть? Хотя, по-моему, я у него и купил в прошлый раз. Ну, надо поехать, может быть, он уже обновил свой репертуар. Нам главное же успеть в 10 вложиться. Процентиков.
Ну вот я часто на самом деле находил семена черники. Но скилла-то вообще нет на грядке. Могу только грязь делать. Стоп, а эти штуки лутаются? Ого! Так, а эти штуки завис. Мелочь, приятно. Так это и в домике у него тогда заресетились. А ну-ка. Зареспаунились. Ба, что ж так тепло-то? Ах, не залазь. Не, ну у корочках мы что, не будем? Заплатили за бетон. Things for sale. Even you got money this time, or you just here to piss me off? Sure. Такс, нет, чел, покажи мне хоть что-нибудь, что мне надо. Ну, черники у него только 7 есть. Так, а что здесь по поводу журнальчиков рабочих станций? Нормально. Сокровища сюда. Да, сейчас прочитаем, купим эти. Even if it is to a scumbag like you, take a look, but don't expect me to hold your hand through it. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Бля, ну запара опять, что у нас только на один, а там уже на два надо было бы. Бетономешалка! А что дает третий уровень бетономешалки?
Я гул постоянно, не понимаю, где там это сам. В прошлый раз уже пропустил. Кролик, осторожненько. Хорош. Так, ну что, поехали стакать. Шлеп. Шлеп. А, это на продажу тут лежит тоже. Лаборатория. А, я понял. Так, ладно, что там надо? Черника, чека, грибы, хризантема. Вода. Что еще? Парковый фильтр. Блин, а компанию надо было продать. Ладно, сейчас так. Оп. Фулл стаки и рейти. Прикольно. У меня одна буквально есть, вряд ли мне вторая надо. Блин, вообще на грани успел. Да, придется, наверное. А где я сейчас куплю? У этого же чела нет, вроде бы. В смысле это ремонта? Блин, им можно было ремонтировать. Здесь бы у меня были булыжники. А зачем мне этот молоток тогда? Ошибка. Потому что в него эта байда не влазит.
А чем же нам теперь подсвечивать-то? Ой, цветочки. Картофель, мясная рагу, картофель, почти. Блин. Жарим мясо, то есть. Блин, ну надо чем-то светить. Да, нормально, едой за это самое, а в итоге просто жарю, потому что других ингредиентов-то нет. Блин, водичка, может быть, ты подождешь? Спасибо. Так, ну что, пора готовить. Что-то туман какой-то, что это такое? Блин, уже по времени опять про это самое. Ладно. Так, ну нам в любом случае антибиотики. А мы ж не доедем. Нет, поехали, мы точно не доедем. Мясо еще тоже ни одного не сделалось, кошмар какой. Ну, мяско, ну одно. О.
Бля, дождик сейчас бы не помешал, конечно. If you... You got money this time, or you just here to piss me off? А латунь я зачем продал? Ошибка. Ну ладно. Так, баллон. А, ну правильно, у него и нет. Хех! Don't let the door hit you on your way out. Блин. Так, сейчас вот 5,5, и она доходит до 5. И останавливается, и проблемка. Конечно, можно попробовать в тот прям дом, который там прям дом. Может быть, там есть какой-то. Пожалуйста. Блин, серьезно, я никогда не найду его. Из-за того, что я долбанную книжку не прочитал. Хм, 4,9 все еще. 4,8, блин. У нас есть шанс. Так, ну тут надо прикинуть, а в какую у меня локацию лучше пойти? Первую или все-таки до зимы доехать? Кто такой мутант? А, это эти. Наверное, в зиму лучше, да? Там кого-то покруче лучше, что ли? В опасную. Поехали, поехали. Да, мне тоже кажется, что там больше шансов найти это долбанные антибиотики эти. Потому что иначе, блин, сейчас мы здесь будем тряпки лутать. Зачетно. Так, ну большие дома отпадают. Они, по-моему, еще не зареспаунили, не зареситились. Ой, кисонька.
фильм «Фанатик». Но вообще-то вот сюда вот мы не ходили, можно сгонять. Кисонька, ты чё? Ты перепутала, кисонька. Как тут заходить-то? Я не понимаю, как заходить, поэтому... А, это мы поели мясо, это не помогло. О, нет! Развлекательная развлекашечка! Ну ладно, там может быть... Часть эксперимента, но не только поучаствовал. Ба. Интересно, по какому принципу баллы распределяются? Что-то я не понимаю, вроде сильно ударил... А ну-ка... 38... 41... 43... Часть этого развлечения, сорян. Вряд ли они будут, надо на кухоньку сначала сходить. Yeah.
Ого, приятно, домашний кинотеатр тут такой. Ни хрена мы здесь не найдем, короче, я так понял. Или может быть из-за того, что типа мы заранее сумели найти эту самую, то все 9% уйдут. Но это ведь очень маленькая вероятность такого. Ой-ой-ой-ой, ошибка. Серьёзно? А. Становится, блин, желательным собирать полный сет, это спортивный, чтобы еду в аду хотя бы не это самое. Хз. Но на данный момент 0.08. В принципе, я как бы... А ну-ка. Хова! Вот это да! Спасибо. Игра. Ты не подвела. Фу, ну я уже, да, я уже собирался немножко тильтануть хорошенько. Четко, но нет. Обошлись без этого. Кайф. Поехали тогда открывать. Восклицательный знак тильт. А где мы видели сейф? Сверху, да, наверное? Поехали, сейф попробуем отклупать. Блин, я реально сейчас не вспомню, где тут сейф был. Воу. Сейф. Вот здесь. Нет. Ну-ка, сэндвич со срамом. Серьезно, а где сейф-то? Я помню, я зашел, и он прям так был. И я такой, о, сейф. И я такой, ну нет, я его не буду. И все. И как бы, что после этого случилось? Ну, по-моему, был до этого места. Сверху он, да? Как в их... Что? Где? Где этот долбанный сейф? Сейф! А, вот тут.
Что, они уже зареспавнились? Стоп. Эй! Да что за хрень? Да, даже видел я этот долбанный сейф. Мне что-то приснилось, что ли? Это в этом доме было? Кого? Да как это возможно? Интересная лестница, конечно. Интересно, что с 10%, с 9,7 он до 0,1 опустил, но все равно потом понадобилось. Странно, как это работает. Сюда я раз уже 50 зашел. Может быть, это здесь? Ой, да все, ну его нахрен. Неважно, где он там был. Я зачем приехал, я затем приехал. Поехали, поделаем. Ой, стопы, а тут может быть. Почтальон пошел заниматься своими почтальонскими делами. Бля, может быть, это не тот дом. Но я уже давно плыву. Так, ну хорошо, сейчас попробуем. Значит, делаем лопату. И кирку. Топор я, наверное, пока не буду делать. Хотя нет. Еще этот топор тоже было бы неплохо. Вообще было бы неплохо все инструменты, прям все сделать. Но я не уверен, сколько у меня частей стальных инструментов есть. С этой стороны может быть проблема. Жаль, что все поломанные. В этом конкретно. Блин, эта еда, она прям раздражает уже этой оранжевой своей. Там уже мясо нажарилось огромное количество. Сейчас как поедим. Это я на поездку туда-обратно потратил 20% топлива. Из-за того, что я тороплюсь и шифтовал всю дорогу. Кайф. Кукурузка. Ням-ням-ням-ням-ням. Это мне надо. Кукурузка, мясо, что-то там, картошка, грибы, я не знаю. Я все. Это байда, переезжайте вот сюда. Сытная еда королей. Ну, звучит как отличный план. Картофель. Так, у нас есть либо мясное рагу, либо сытная еда королей. Поехали сначала мясное рагу, а потом сытная еда королей. Идеально. Только готовится оно миллиард лет. На продажу. Так, блин, придется опять раскушать.
По каменным конструкциям отличная. Стального копья сюда же. Цепь наматывать на дубины. До свидания. Водиться. Водицу надо сюда. А, это 45-й. 44-й. Гвозди. Вы чего это? Гвозди, чего это вы? А ну как ж. Так, ну что, поехали. Значит, первым делом, естественно, кирка. Стальная. Части 3. Ага, точно, я хотел части проверить. Стальной инструмент. Ай, у меня только что. На кирку на одну. Ну ладно, сейчас поставим ее делать. Клейка лента. Так, а, например, лопат. Да, не хватает одной части стального инструмента. И... Так, наоборот, мне же надо их добавить, а не... О. Так, а что по поводу, там, например, я не знаю... жезл вряд ли. И... Так, второй мы можем сделать, я понял. Кайф. Хоть ничего уж не надо, лопата... Так я лопату могу сделать железную, наверное, пока. Легендарную железную лопату. О чем смысл? Наверняка лучше на стальную насобирать одну часть. Может быть, мы ее сейчас и купить сможем. А я это что? Разбирается на железо? Не, ну я лучше ее продам, конечно. Патроны, больше урона, постоянно больше ей заряжаться. Пустынный стервятник. Что такое пустынный стервятник? Ясно, это тоже на продажу. А, блин, уже ночь. Блин, ночь вообще-то не только там. Так, хоп. А поесть? А зачем на ночь есть? Да, правильно, это ни к чему. Думаю, надо здесь и заканчивать. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.